Привет, друзья! С вами компания Progress Auto, город Тула. И сегодня для вас обзор замечательного японского мини-трактора. Легенда качества и эффективности. Kubota B1400 или 1400. Трактор, несмотря на свой уже уважаемый возраст, в отличном состоянии. Посмотрите, резина у нас не растресканная, без трещин. Зад вообще новая резина. Спереди небольшие следы эксплуатации, но прям минимальные. Трактор не успел поработать в Японии, наработал всего лишь 226 моточасов. Оснащен он у нас трехцилиндровым дизельным агрегатом. Марка Kubota. Свечи накала на каждый цилиндр. Трактор весь в родной краске, то есть не перекрашивался. Ну, по нему прямо откровенно видно, что эксплуатировался он минимальное количество времени. Почвофреза у нас 1200 захват. РК 1200. По ножам, ну, видим, да, фактически 99% поверхности целая, только небольшая ржавчина понаружи. Посмотрите, в отличном состоянии, даже изнутри диски без следов коррозии металла. С правой стороны резина также в идеально новом состоянии. Колея у нас регулируется, сзади регулируется путем передвижения ступицы по валу, спереди путем замены колес местами. Все полностью исправно, гидравлика работает отлично, как в принципе у всех тракторов Kubota марки Sunshine в нашей компании. Вот такой замечательный трактор ждет вас по адресу город Тула, улица Новомосковское шоссе, дом 28. Не упустите своего надежного и верного помощника. Всем пока, с вами компания Progress Auto.